ДТП напротив северной проходной завода «ГАЗ» стало причиной многокилометровой пробки. Водитель фуры не справился с управлением, и большой груз оказался на боку. К счастью, другие участники дорожного движения не пострадали. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, травм не получил. Сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося. По одной из версий, у фуры лопнуло колесо. Для ликвидации последствий ДТП потребовалась спецтехника. Поднимать большой груз пришлось с помощью крана. Догнал на светофоре. Еще одна авария произошла в районе северной проходной ГАЗа. Кроссовер врезался в ладу, которая дожидалась разрешающего сигнала для поворота налево. Серьезных повреждений автомобили не получили. Водители и пассажиры не пострадали. Две искореженные машины, одна из которых перевернута. Страшная авария произошла в Кстове на пересечении улицы Магистральной и проспекта Победы. Виновницей ДТП стала автоледи за рулем Kia. Женщина не предоставила водителю иномарки преимущества в движении. От удара Форд отлетел в пешеходное ограждение и снес его. Помощь медиков потребовалась четверым пострадавшим. Решил отточить мастерство экстремального вождения на трассе. Водитель кроссовера выехал на встречную полосу для обгона и едва не столкнулся с автомобилем владельца видеорегистратора. Иномарка ехала с явным превышением скорости. Такая беспечность водителя могла обернуться трагедией.